Всем привет! Меня зовут Наташа, я из города Красноярска. И сегодня я вам предлагаю связать вот такие замечательные варежки-хрюшки. Связаны они из шерсти с ангоркой, с добавлением вот таких элементов интересных из плюшевой пряжки. Вяжутся они очень легко. На подарок будет просто замечательно. Поэтому вяжите со мной, вяжутся быстро, буквально несколько часов. И вот такие замечательные варежки у вас могут появиться. Давайте начинать. Для работы нам потребуется. Я выбрала вот такие две ниточки. Они по внешнему виду похожи, но по составу совершенно разные. Вот от этой у меня этикетка потерялась. Это шерсть с ангоркой. Видите, она такая немножко пушистая, очень мягкая. Это для тепла. Ну, конечно, вязать я буду не в одну ниточку. И добавлю я к ней вот такую ниточку. У меня есть от нее вот этикетка. Yarn Art Gold. Вот в 100 граммах 400 метров. Акрил с металликом. Ну, это вот чисто для красоты я добавлю, потому что, я не знаю, вам видно или нет. У нее, видите, вот у нее такой блеск. Легкий-легкий, как будто бы снежок под фонарем вечером блестит. Ну, чтобы они такие миленькие были, варежки. Для пятачка и ушек у меня есть вот такой остаточек. Это моя любимая Alize Softy Baby. Так, в 50 граммах 115 метров. Ну, это так, для украшения. По-моему, будет классно смотреться. Можно, конечно, вы можете взять любую пряжу, но просто из плюшевой, она такая нежная, такая прям миленькая. Мне кажется, получится классно. И немножечко вот черной пряжки у меня есть, это на оформление на глазки. Так, спицы троечка у меня, это чулочные спицы. Ножнички нам потребуются. Ну и наши золотые ручки. Вроде бы все. Давайте начинать. Вязать я буду в три ниточки. Две из них это шерсть с ангоркой, одна вот для блеска. Итак, нам нужно связать резинку. Для этого я набираю 40 петель на 2 из 5 спиц. Ну, про набор рассказывать не буду, поскольку мой мастер-класс для тех, кто уже умеет вязать спицами и крючком. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40. Хвостик не обрезайте, он нам потом в конце потребуется. Так, вытаскиваем одну спицу. Вытащили. Теперь нам нужно распределить на 4 спицы все
все эти петельки, то есть получается по 10 петель на каждую. Сразу берем и провязываем резинкой 1-1. Я вяжу бабушкиным способом. Вы вяжите так, как вы привыкли. Провязываю сразу одну лицевую, одну изнанку, лицевую, изнанку, лицевую, изнанку, лицевую, изнанку. Так, 2, 4, 6, 8, лицевую и изнанку. Все, 10 петель мы оставляем здесь. Берем следующую спицу и продолжаем вязать уже другой спицей. Опять лицевая у нас теперь по рисунку идет. Изнанка. Первый ряд всегда не очень удобный, но ничего страшного. Лицевая. Изнанка. Лицевая. Изнанка. Лицевая. Изнанка. Лицевая. Так. Изнанка. Сколько? 2, 4, 6, 8, 10. Все. Следующую берем спицу и дальше продолжаем набирать. Не набирать, а вязать по рисунку. Лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка. Лицевая, изнанка, лицевая и изнанка. Так, сюда 2, 4, 6, 8, 10. Все, и 10 петель у нас осталось здесь. Их я провяжу пятой спицей. И вот эта спица у меня освободится для дальнейшего вязания. Точно так же по рисунку чередуя лицевые и изнаночные петельки. Лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая и изнанка. Все. Это был первый ряд. Дальше мы будем вязать по кругу. Сейчас первой петелькой вяжем ее по рисунку. Это у нас лицевая. Мы соединим ряд в круг. Все. И продолжаем вязать по рисунку теперь. Пятой спицей. Изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка. Довязали спицу до конца. Освободившейся спицей продолжаем вязать. Снова лицевая, изнанка, лицевая, изнанка. И так мы вяжем по кругу. Сейчас вяжем второй ряд. Всего нам нужно связать 15 рядов резинкой. Если вяжете на ребенка, можно и покороче резиночку. Если вяжете на большого дяденьку, например, то можно и подлиннее резинку. Ну и, соответственно, количество петель вот здесь вы тоже набираете, исходя из диаметра запястья того, для кого вяжете.
Вот вяжем 15 рядов. Я вяжу на средний женский размер. Связали 15 рядов резинкой. Дальше продолжаем вязать лицевыми петлями. Все петельки вяжем лицевыми. Также вяжем по кругу. Вяжем до основания большого пальца. Вот до этого места нам нужно сейчас связать. У меня это 10 рядов. Все, связали лицевой гладью 10 рядов. Теперь будем вывязывать пальчик. Для этого, если вяжете левый палец, да, на левую руку, значит провязываете полностью правую спицу, как бы расположили к себе ладонью, да, правую спицу провязываете, и с левой провязываете 2 петли. Все остальное, то, что я покажу, делайте потом. У меня левый палец уже связан, я сейчас буду вязать правую. Вы все поймете. Провязываем одну петельку с краю. То есть у вас здесь, если левый будете палец вязать, тоже останется одна петелька. Сейчас провязываем одну петельку. И 7 петель я буду снимать на булавочку. Снимаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сняла, закрыла. Тут же набираю эти 7 петелек на правую спицу. Как набираю? Просто раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Все. И довязываю оставшиеся 2 петли лицевыми. Все, вот отверстие у нас для пальчика получилось. Оно пока остается. Дальше продолжаю вязать по кругу. Так же, как вязала лицевыми петельками. Вяжем так по кругу до того места, где мы набирали наши петли. Довязали сюда и дальше продолжаем вязать лицевыми. Вот эти петельки, которые мы набирали, мы тоже их провязываем лицевыми аккуратненько. Петелек вот эти воздушные. Так. Вот отверстие наше. Так, дальше мы будем вязать лицевыми, продолжать по кругу до тех пор, пока не довяжем до конца мизинца. Просто вяжем по прямой, по кругу. Все, довязала я до мизинца. У меня от отверстия для большого пальца вот отсюда получилось 20 рядов. Теперь будем делать убавления, вот эти убавления боковые. Так, как я их делаю?
все очень просто. Вот располагаем варежку ладонью к себе, да, вот этой стороной. Если это будет левая варежка, значит вот так она у вас будет выглядеть, да? С левой стороны будет мизинец, ой, большой палец. У меня это правый палец, поэтому вот так. И теперь смотрим, вот наши боковинки, и здесь мы будем убавлять. То есть у нас здесь заканчивается одна спица и начинается другая, заканчивается одна и начинается другая. Именно в этих местах мы будем делать убавление. Вот в этих местах, вот здесь, мы убавление не делаем. Показываю как. Вяжем. Так, вяжем до угла, скажем так, да? До боковины варежки. Также лицевыми петлями. Ничего не меняется у нас. Не довязывая двух петель, провязываем их вместе одной лицевой. Одну убавочку сделали. Дальше у нас идет следующая спица, и сразу здесь же с угла мы провязываем 2 петли вместе лицевой. Дальше вяжем без убавок. Лицевыми петельками. Так. И переходим на следующую спицу. Здесь у нас вот до этой боковинки, не довязывая 2 петли. То есть у нас становится в один круг по 9 петель на каждой спице, да? Остается. С каждым кругом у нас будет все меньше и меньше петелек. Так. Вот довязали 2 петли, провязываем последние вместе. Переходим на следующую спицу. И здесь с угла тоже сразу же делаем убавочку. 2 петли провязываем вместе. Вяжите потуже, чтобы не было между ними отверстий. Это самое простое закрытие, есть более сложное, но как бы не хочу ничего усложнять. Варежки, понятно, что такие подарочные. На подарок на Новый год кому-нибудь. Все, тут вяжем. Вяжем по прямой. Вот мы снова перешли на спицу, на которой мы уже на конце делали убавку. Первую. Опять мы вяжем почти до конца. Вот видите, вот наша убавочка, 2 петельки. Сейчас мы снова 2 петли провязываем вместе лицевое. Дальше опять мы сейчас будем здесь убавку делать, здесь будем вязать по прямой. Вы поняли, да, схему? То есть убавки сделаем 2 здесь, 2 здесь, 2 здесь, 2 здесь, в каждом круге, то есть в каждом ряду. Убавлять будем до тех пор, пока на всех спицах не останется по 2 петли. Все, у меня на каждой спице, видите, по 2 петельки осталось. Отступаю примерно 15 сантиметров и отрезаю нитку. Теперь закрываем полностью все петельки. Берем пятую спицу. И вот как по ходу, как мы вязали, также лицевую. И протягиваем до конца. Снимаем ее со спицы. Опять лицевую. И протягиваем ее до конца. Все. Одну спицу убрали. Дальше. Следующие 2 петельки. Можно и по 2 закрывать, но это как бы погрубее немножко будет смотреться, если сразу 2 провязывать. Я провязываю по одной. Все. Тягиваю и снимаю ее. И так оставшиеся 4 петельки убираем.
Остался вот такой хвостик небольшой. Выворачиваем варежку. Берем крючочек. И протягиваем его вовнутрь. Тут хвостик. Так, надо угадать еще. Вот. Тут я сделаю узелочек и спрячу ниточку. Все, теперь вяжем. Пальчик вывязываем. Видите, какое красивое закрытие, аккуратненькое, все ровненько. Вяжем пальчик. Для этого мы аккуратненько расстегнем нашу булавочку и переместим петельки с нее на спицу. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Так, 7 уже сделали, остальные мы будем сразу набирать. Так, и верхние 7 у нас, да, пойдут, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот с этой петли, значит, 6, да, вот с этой петельки сразу набираем, то есть сразу протягиваем, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7 набрали. Боковые будут по 2 петли. По 2 петельки, чтобы не было отверстия. Ну, вот я, например, вот эту и вот эту возьму. Также дальше плотненько старайтесь, чтобы дырок не было. Раз. И два. Сейчас я провяжу эти и здесь снова наберу 2 петли. Довязала палец до нужной длины. И теперь я... Так, сейчас я вот одну из 2 петелек провяжу лицевой. Причем провяжу не вот этой дополнительной спицей, а той, от которой идет ниточка. Провязываю одну. Оставляю ее здесь. Вот эту оставшуюся петельку я переодену на ту спицу, на которой у нас 7 петель. То есть я хочу сейчас все петли распределить на 2 спицы. Вот эти боковые 2 тоже распределяю. Одну на эту спицу и одну на другую. Все, распределила. Сейчас мы будем убавлять. Вязать я буду всего 3 спицами. Убавляем точно так же, как убавляли вот здесь. То есть, вот у нас, ну, у нас там было 4 спицы, здесь 2. Будем по бокам пальчика убавление делать. Сейчас покажу вот здесь. Вот видите как. Здесь и здесь на начале и на конце каждой спицы мы делаем убавление. То есть 2 петли провязываем вместе лицевой на каждой спице. Начинаем. Немножко может сложновато, но для меня это гораздо проще, потому что, как сказать-то, мучиться с 5 спицами на таком маленьком пространстве для манипуляции, это прямо вот ужас. Так, 2 вместе провязала лицевой. Дальше вяжу просто лицевыми. Последние 2 я провязываю вместе. Довязала вот, не доходя 2, и 2 вместе провязываю
лицевыми. Видите, убавочка пошла. Поворачиваю на следующую спицу и сразу же делаю опять убавку. Вяжите здесь поплотнее, чтобы не было отверстий. Снова беру две петельки и провязываю их лицевой. Дальше вяжу лицевыми. Так, лицевыми. И последние две петельки провязываю лицевой. Поворачиваю, снова делаю сразу же убавку. Вот так я буду вязать с убавочками в каждом ряду до тех пор, пока у меня не останется по 2 петли на каждой спице. Вот у меня осталось по 2 петельки на 2 спицах. И теперь будем закрывать точно так же, как закрывали варежку. Вверх. Отрезали уже ниточку. Берем дополнительную спицу и закрываем точно так же. Протягиваем одну петельку лицевой и вытягиваем и снимаем ее. Следующую точно так же. Протягиваем и снимаем. И эти две закрываем точно так же. Нитку я продернула внутрь, подтянула. Здесь я сделаю узелочек, спрячу его. Так, все, варежка готова наша. Давайте померим. Вот что получается. То есть основа готова, да, сама варежка. Вот здесь мы оставляли хвостик в начале. Здесь всегда вот такое отверстие получается, когда мы соединяем в круг наше вязание. То мы берем вот этот хвостик и за соседнюю петельку прямо его протягиваем. Раз. Соединили. Ну, соответственно, здесь делаем узелочек и ниточку прячем по ряду. Отрезаем. Элементарные вещи не буду показывать. Так, все это знают. Так, теперь мы будем делать оформление. Вот так у меня выглядит пятачок. И немножко вышить надо будет глазки. Вот такие ушки. Они закручиваются сами. Ну, это такой способ вязания. Я вам сейчас все покажу. Так, начинаем вязать с пятачка. Пятачок. Видите, он такой объемный. Это у меня обычный шнур гусеничка. Длиной 16 сантиметров. Я его просто связала шнур и подшила к верхней части варежки. Если вы не умеете его вязать, я вам сейчас покажу. Но показывать буду не на такой плюшевой пряжке, потому что на ней не видно петелек. И вы можете просто не понять, что куда вкалывать крючочек. А покажу на обычной гладкой пряже. Может быть, у вас как раз и будет пятачок такой обычный, ну, с гладкой пряжи. Я связала с плюшевой, такая мимимишная была варежка. Итак, шнур гусеничка. Все очень просто. Крючок у меня 2,5. Вы подбираете под свою пряжу. Делаем воздушную петлю и еще 2. Возвращаемся в первую петельку. Вытягиваем ниточку и делаем столбик без накида. Поворачиваем вязание. Видите, сбоку такая перемычка у нас. В эту перемычку вставляем крючок. Вытягиваем ниточку. На крючке 2 петли провязываем столбик без накида. Поворачиваем вязание. Опять вот в эту перемычку, видите, 2 петельки. Вставляем крючок. Вытягиваем столбик без накида. Поворачиваем в перемычку крючок. Вытягиваем столбик без накида. Поворачиваем. Все повторяем снова. Поворачиваем.
так продолжаем вязать. Я, как я уже сказала, 16 сантиметров провязала этот шнурочек. У меня он более пышный будет за счет того, что пряжа плюшевая. Вот видите, шнурочек такой выходит. Вот это и есть он. Вот связала я шнурочек и соединительным столбиком замкну его в круг. Так, выровняю ровненько. То есть веду крючочек в начало вязания. Все, соединю. Здесь я, конечно, еще разочек вот эти ниточки пропущу друг в друга, в две стороны, чтобы у меня такое ровное закрытие получилось. Сейчас покажу. Так. Вот это сюда. Эти петельки совсем не видно. Так, теперь надо пришить. Так, выложу аккуратненько, иголочками приколю и аккуратно, точно такой же ниткой, которым связан этот пятачок, я пришью на варежку. Пятачок пришили, теперь делаем ноздри. Это вообще проще простого. Берем ниточку, складываем их в два раза. И просто два отрезочка вот небольших. Берем крючок и находим место, где мы хотим, чтобы у нас была ноздря. Ну вот, например, вот здесь, да, я хочу. Так, сейчас вот здесь, например. Зацепляю эти две ниточки. И протягиваю сквозь петельку. Теперь делаю 2 или 3 узелочка. Я делаю 2 сначала, 1, 2, а потом беру по одной нитке каждого хвостика и еще один. И еще. Все. И отрезаю все хвосты вместе. Аккуратненько. Ну и вторую точно так же здесь делаю. Пятачки готовы, мы вяжем ушки. Так, ну буду показывать нам пушистые нитки. Тут, в принципе, ничего сложного нету. Достаточно уметь вязать столбики без накида. Набираем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Возвращаемся через одну назад. И вяжем сразу столбик без накида. И в каждую петельку провязываем до конца ряда столбики без накида. Должно получиться 10 столбиков. Довязали до конца ряда. Одну воздушную петлю подъема. Поворачиваем работу. И в обратную сторону вяжем столбиками без накида. Также 10 штук. Вот так вот вяжем столбиками без накида туда обратными рядами всего 6 рядов. Связали 6 рядов, делаем воздушную петельку, поворачиваем работу. И с этого ряда мы начинаем делать убавление в каждом ряду в начале ряда. То есть мы сейчас вытаскиваем петельку, не провязываем, со второй петли вытаскиваем петельку и провязываем 3 петли вместе. Это нам даст такое закругление ушка. Все, дальше вяжем просто столбиками без накида до конца ряда.
Видите, на ощупь почти вяжу. Довязали ряд до конца, делаем воздушную петлю, поворачиваем работу и опять делаем закрытие петель. Одну петельку вытащили, вторую вытягиваем. На крючке 3 петли, провязываем их все вместе. Дальше вяжем столбиками без накида до конца ряда. Снова воздушную петлю, поворачиваем и то же самое делаем закрытие петель. 1, 2. Провязываем все вместе, вяжем столбиками без накида до конца ряда. Останавливаемся, когда у нас останется всего 3 петельки на верхушке этого ушка. Все, у меня осталось 3 петельки, я не буду такие острые делать. Вытащу ниточку и отрежу ее. Потом вот эту ниточку от основания ушка я протяну аккуратно вот сюда, чтобы здесь не было узлов на конце. И здесь спрячу узелочки. Видите, они у меня какие? Такие полукруглые. Второе ушко вяжем точно так же. Ушки связаны. Выбираем интересное место и пришиваем. Все ухи пришили. Теперь вышиваем глазки и ротик. Шью я, конечно, ужасно, поэтому я вам не буду показывать, как я шью, вышиваю. Вот. Можно, конечно, бусинки пришить сюда. Или пуговочки черные. Или можно, не знаю, как-то по-другому вышить. Можно ротик улыбающийся сделать. Не знаю, сами, это ваша фантазия сейчас должна сработать. Я вот вышью вот такие глазки прикрытые, немножко улыбающиеся. И такую ухмылочку с противоположной здесь стороны. Вот черной ниткой. Та-дам! Мои варежки-крюшки готовы. Вот такие они получились, забавные. Интересные, очень нежненькие такие. За счет вот этой плюшевой пряжи. За счет того, что есть блеск. Вот очень жалко, что... Ну вот немножко, видите, вот здесь видно. Слегка совсем легкий блеск. Они такие очень... Возможно, девчачьи. Если их связать в сером цвете, вот, и может быть белым сделать пятачок и ушки, может быть, и для мальчика хорошо они будут. В любом случае, если положить их в красивую коробочку, перевязать красивой ленточкой и подарить, то любой человек будет такому подарку рад. Тем более год у нас наступает, год поросенка. Вот, очень будут к месту. Если вам со мной понравилось вязать, пожалуйста, ставьте лайки, пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Я каждую неделю стараюсь выкладывать новые видео для вас. Всем пока, всех люблю. Пока-пока.